Всем привет, добро пожаловать на канал «На пару», и сегодня у нас рубрика «Угадай мелодию». Как ты классно сказал, yeah! Мы долго думали, как записать такую рубрику, потому что многие песни с авторскими правами, их нельзя включать, и мы нашли решение. Будем мычать. Каждый из нас придумал по 5 песен, и петь их нельзя. Можно только мычать мотив. Ну а остальные игроки будут угадывать. Кто первый угадает из гадающих, получает баллы. В конце мы подведем итоги, кто лучше всего мычит и кто лучше всего угадывает. Я предлагаю поставить ставки, сколько будет здесь песен Моргенштерна или Славы Мерлоу. У нас есть еще одна крутая идея челленджа, в котором мы можем все втроем поучаствовать, где мы будем рассказывать истории на определенные буквы. И если вы наберете здесь 15 тысяч лайков, мы запишем. Я сейчас у стадиона, и это лучшее место, чтобы напомнить вам, что спонсором этого ролика является лучшая компания 1xBet. Самая широкая линия, самые высокие коэффициенты, и пополнить можно с любого кошелька. Яндекс, WebMoney, в общем, вариантов уйма. С помощью вот этого QR-кода вы можете моментально попасть на сайт. Также, если вы зарегистрируетесь по нашему промокоду, вы получите до 100 долларов бонусом. Тем более, вот такой вот матч пропустить просто нельзя. Всю информацию, промокод и ссылку вы найдете в закрепленном комментарии. Удачи, побеждайте! Ну что, я предлагаю начинать. Давай, задавай мотив. Я буду петь первое? Да. Блин, если честно, мне нравится этот челлендж, потому что я пою очень плохо. Ну а если я буду мычать, никто не заметит, надеюсь. Давай. Так. Это было великолепно, да? Так, давай заново. Нет, это реально как будто... Она просто мучает, да? Нет, это что-то новое? Это очень кринжово, если честно. Нет, это старое, ну, не последних это годов. Это какая-то там группа Серебро, которая... Нет, это рэпчик, это же подсказка. Рэпчик? Ну давай, ты... Дело не на слова. Ламбада! Да, блин, мы танцуем! Она просто... Блин, какой-то был... Перепрыгивал как будто с мучанием. Да, 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 с одного на другое, там было непонятно. Так, это авторское видение текста было. Так, ну что, Максим, наверное, первый назвал. Кто поет? Кто исполнитель? Это T-Fest. Хорошо, Даня, следующий, давай. Давай, теперь твоя песня. А вот если я знаю только припев? Да, какая разница? Хорошо. Давай. Главное, не одно слово, чтобы там было. Блин, ну так, хорошо. Блин, вот... Давай. Закрой глаза просто, расслабься. Это же песня? Нет, просто это очень сложно, именно хочется, ну, красиво исполнить. Давай, мучи. А еще говорил, что у меня плохо. Так, давай еще раз. Давай дубль два. Хорошо. Да, без смеха. Что-то такое знакомое до жути. Блин, это из ТикТока. Да. Ну это концовка, просто. Концовка, давай концовку еще раз. Я не помню, это из ТикТока, я это точно слышал. Стоп. Я вообще все ничего серьезно. Не поняла, если честно. Сдаетесь? Я мотив точно узнаю, я просто песню не помню. Я сдаюсь, я вообще ничего не поняла. Это Слава Мэру. Ты горишь как конь. Ты горишь как конь. Ну мы дураки, я узнавал. Ну нормально же перенес. Да, просто мы тупые. Нет, так это сложнее, чем кажется. Я думала, что да, с первой ноты все угадают, а не тут-то было. Давай. Готовы? Угу. Разрывай. У тебя как будто биток типичный, такой рэпчик, ничего не понятно. Подросток битбоксит. Просто в голове у каждого это звучит намного лучше. Какую-то песню какого-то древнего обряда. Я думаю, да, шаман бегает с этим. Блин. Че, давай еще раз. Я слова забыл. Если честно, мне кажется, я исполнила лучше всех. У меня хоть было понятно, что это. Я пытаюсь вспомнить, уже слушал Максим в последнее время. Дальше повторяется. Так же, но повторяется. Это шаман какой-то точно. Инфасет. Это что-то новое? Ну да. Я пас. Давай, какой-то Тимати. Гамри 3.5.
А, блин. Она плохо звучит со словами, а без слова это просто кошмар. Там ее не распознать совсем, да. Я спросил у себя, а там похожий голос? Я думал, бля, он так говорит, как же 3-5. Я думал, ты такой догадался. Нет, не догадался. Мне реально похоже, шаманские какие-то напевы было. Очень похоже. У меня в голове только джиган почему-то прям тут. Ладно, пусть Алина. Вся надежда на меня. Это Ломзик? Это какой-то, не знаю, там марш? Не-не-не-не. Это песня со словами. Это песня со словами, да. Это там слово повторяется. Блин, вот прям очень знакомый. Это ТикТок? Да. Это вот эти, когда митинги была песня? Нет. Одно слово повторяется, и там будешь писать песни, и мне кажется, ничего нет. Так, давай, ТикТоковские песни. Нет, надо... это прям... Очень знакомо. Какой тут марш? Ладно. Марш. Имперский. Вы сейчас, когда угадаете, поймете, марш кому посвящен. Даня Милохин? Прям вот, нет, не он, но очень Карнавал. Близко. Карнавал, Покров. Любители ТикТока вошли в чат, нет. Но это очень популярно, и там не один человек исполняет, подсказка. Мия Бойко? Ну. А, Пикачу? Да, блин. Он впервые сказал. Да, прям... Там что, пика-пи, я выбираю тебя, пика-пика-чу-чу-чу, вот все. Вот это прям звучало, ладно, ладно. Да, нормально, но вот просто что, у нас не прислушались. 1-1. Да, так, теперь я. У меня 0. Как-то так. Очень грустно. Я буду, ну, простое, вам будет понятно. Давай. Кадиллак делает... Нет, не перебивай. Шато мое. Да, ну это было просто. Я угадала, я теперь не 0, я теперь 1-1-1. 1-1-1. А я песню не придумал. Вот, Даня так серьезно пел эту песню, как будто что-то супер интересное. Готовы? Сейчас будет у вас гонка, она короткая. Давай, быстро. Опять камеры 3-5, мне кажется. Да, кстати, я хотел ее в следующем раунде исполнить. Ты вырвалась вперед! Я просто... Вот почему вот в одно время? Ну, на долю секунды. Ты меня перевел на долю секунды, да, Василя? Я дождалась просто. Главное найти что-то знакомое. Слушайте, я не такой потерянный случай. Я думал, поначалу. Нет. Блин. Ладно. Блин, самое сложное — вступить. И не смеяться. Не смеяться, да. Пусть всегда будет солнце. Да? Нет, вообще. А ты спела так? Другая. Нет, реально, вот прям очень похож. Пусть солнце, пусть всегда будет. Хорошо, припев. Что это такое? Умирающая мышка вот туда. У меня второй вариант — это гимн чей-то. Нет. Хватит смеяться. Это грустная, серьезная песня. Давай, все. Это советская песня? Нет, вообще нет. Алла Пугачёва прям очень похожа. Да, похоже реально. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мало. Блин, не знаю, вообще нет. Ну, вот мне интересно услышать, что это. Да, что это? Это Баста Сансара. Я такого и не будем знаю. Петь голосами своих. Вообще детей. Не похоже. Вообще не похоже, да? У них же низкий голос, да, и прям... Да. Где я возьму? Это как детская песня какая-то. Ну... Пусть всегда будет. Как будто утренний. Вы ничего не понимаете, мне кажется, очень грустно звучит. Я говорю, в голове звучит намного лучше. Ну да, у всех. Так что? Чтобы было посложнее, то я в прошлом раунде слился. Друзья, ну а вы пока напишите в комментариях, как вы считаете, у кого лучше всего получается исполнять. Я ставлю ставки на себя, простите уж. Даня вспоминает все песни в ТикТоке, которые слушал за последний день. В ТикТоке будет слишком просто для вас. Давай, Любовь. Условно того, что тут самые простые песни еле-еле угадываются. Да, здесь не так. Ладно, пусть будет... Главное не смешно. Так, ну я надеюсь, все знают. Ага. Хорошо. Смотришь по губам, что ты хочешь мне сказать. Вот это значит, что я лучше всех пою.
Да, он прав. Как это, стоп, как называется? Я не знаю ничего, кроме этих слов тоже. Я не знаю. Нет, нет, ты же угадал. Хотя бы название. По губам, читаю по губам, что-то такое. Гореть какой-нибудь там. Люблю там. Не могу. Ладно, кто исполнит? Вот это вопросы сложные, пошли. Ну, такой же, Алина сказала девчачий голос. Да нет, девчачий голос я знаю, но я просто в ТикТоке ее 100 раз слышал. Дора какая-то. Да какая монеточка. Дора? Да нет, девчачий голос, но она не девушка. Ну, в общем, если это можно считать, что вы угадали? Стал Мэрл опять? Да, все. Все, yes! Но это было сложно, хорош. Я вот не угадала пока. Хорош, красава, хорошо напил. 2-2-1. Ну, в общем, это значит, я лучше всех пою. Хоть какой-то плюс. Готово? Что ж с ТикТока? Нет? Заново. Такое бывает? Что-то посмотри какой-нибудь. Достойно. Нет! Пыталась сделать умное лицо, что я поняла. Так, давай еще раз. Это припев или куплет хотя бы? Припев. Давай. И начало песни. Я иду по лужам, мне никто не нужен. Практически, только лет на 20, наверное, раньше. Блин, они все слушают, ну как детские песни, вот на утреннике как будто выступают. Ну, наверное, на утреннике выступают. Да. Не знаю, какой-то Ганвест. Ганвест нет. Я иду по лужам, Ганвест. Так, давай последний раз. И нету, мы сдаемся, давай. Там лужи есть слово? Похоже просто на лужи очень. Типа старый такой алдовый исполнитель, да? Да, я предлагаю отдать... Сердцеедка, сердце, сердцеедка. Вообще не похоже. Блин. Я хочу вот повозмущаться. Максим очень грубо исполняет песни. Простите, у меня низкий настоящий мужской голос. Блин, слушай, что-то как-то мы с тобой супер очевидно не узнали. Так, ну подожди, у нас с тобой получается 2-2. Да. Надо решить победителя, поэтому Даня запевай еще эту песню. Я? Давай. Чтобы мы... Хорошо. Тем более ты хорошо поешь, как ты сказал. Давай. Он победитель в пении, мы пока что... Смотрите, если я сейчас спою какую-то песню из ТикТока, победит Максим. А, не знаю, вот она залипает не меньше. Неправда, Максим, ну... Все, я понял. Давай. Это будет прям равно. Все, слушайте. Очень знакомо, очень-очень. Вот, так, отец. Я могу еще раз. Да, давай. Тихо-тихо. Девушка, я не танцую, девушка, я не танцую. Хватит улыбаться. Это Стас Костюшкин, даже знает, кто исполняет. Я чемпион! Congratulations to the winner! Congratulations! Блин, я надеюсь, нормальная песня. Да, отлично. Мне кажется, это получилось супер весело. Да, гораздо сложнее. Это необычно казалось. Просто. И на самом деле перебороть себя и спеть без слов, это очень короче, сложно. Короче, 16 тысяч лайков, и в следующем ролике Даня поет уже нормально в микрофон. Ну да, давай. Песня Моргенштерна на бис. Надеюсь, вам ролик понравился, набираем лайки, так что на пару веселей. Всем пока. Как-то скомканно, но он учится. Когда надоело и очень хочешь уйти. Когда КС сам себя не прокачает, Ран. Пока. Пока-пока.